Всем привет! Лето заканчивается, а хорошей погоды нет, и если вы все еще не успели ею насладиться, нужно наверстывать упущенное, крутить педали, причем не только в переносном, но и в прямом смысле. Всевозможные сайты предлагают велосипеды по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителей по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Прежде чем купить велосипед, нужно понять, где, как, насколько часто и экстремально вы собираетесь кататься. Вам нужен велосипед определенного типа. Обычно начинающие велосипедисты недолго думают о том, как выбрать железного коня, и покупают комфортные хардтейлы или модели любительского уровня. Это универсальные велосипеды, катание на которых позволяет понять, что именно вас больше всего привлекает. Скорость, покорение бездорожья, быстрые спуски, прыжки или спокойная езда без наворотов. При подборе велосипеда очень важно правильно выбрать ростовку, то есть размер рамы оптимальный для роста езды. Каждая модель велосипеда выпускается в нескольких ростовках, подобно тому, как одежда шьется в нескольких размерах. Кататься на велосипеде, ростовка которого мала или велика, не только неудобно, но и опасно. Зная рост велосипедиста, вам не составит труда правильно подобрать ростовку. Достаточно свериться с таблицей в статьях-подсказках на нашем сайте, либо проконсультироваться у продавцов. Если вы решили покорять горные тропы, нужно покупать специальный горный велосипед с несколькими скоростями. Для катания по дорогам подойдет обычная модель. На сайте Wildberries велосипед для взрослых сейчас можно купить за 14 756 рублей. Его прежняя цена – 43 400 рублей. Горный велосипед имеет диаметр колес 29 дюймов, оснащен дисковыми тормозами. Рама велосипеда изготовлена из стали с применением технологии техноформинга и внутренней проводки тросов. На нижней трубе есть крепеж для держателя бутылки или насоса. Трансмиссия имеет 21 скорость. Педали пластиковые, широкие, со светоотражающими элементами. Двойной алюминиевый обод до 120 кг. Защита цепи, подножка и комплект крыльев в подарок. На сайте Озон велосипед для города стелс-навигатор сейчас продается за 11 570 рублей. Раньше он стоил 12 265. Материал рамы сталь, конструкция жесткая. Привод цепной. Выдерживает нагрузку в 110 кг. Диаметр колес 29 дюймов. Цвета комбинированные – слоновая кость и коричневый. На сайте Яндекс.Маркет горный велосипед Top Gear Style сейчас предлагает со скидкой в 29% за 10 920 рублей. Диаметр колес 26 дюймов. Рассчитан на велосипедиста ростом от 130 до 175 сантиметров. Конструкция вилки пружинная, материал рамы сталь, амортизация хардтейл, подъем руля регулируется. На сайте Спортмастер велосипед Denton Journey сейчас продается со скидкой в 20% за 15 599 рублей. Компактный шестискоростной велосипед с небольшими 20-дюймовыми колесами подойдет для комфортного катания в городе. Модель рассчитана на взрослых и подростков. Складная конструкция рамы позволяет хранить велосипед с максимальным удобством. Велосипед имеет 6 скоростей, что позволяет выбрать оптимальный режим катания. Надежная стальная рама выдерживает вес до 100 кг. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами. Отличные скидки.